Всем привет! Fat Tony, Барян, Infinity, Stock 12.5.1. Всем огромный привет! У нас в работе была Infinity Q60S 3 литра турбо. Сделали мы на нее такой довольно развитый выхлоп с геометрией на заслонках. Два режима: тихо-громко, громкий довольно агрессивный, тихий прям сток. По конфигу смотрим на сток и немножко офигеваем. Диаметр трубы на 3-литровый турбовый мотор 45 миллиметров. Но это вообще край, на жиге такой выхлоп. В общем, у нас трубы 63 миллиметра вместо соединения типа X-пайпа H-пайп. Все на V-бендах, легко снимается, разбирается. По центру банка довольно объемная. И в целом вакуумные заслонки, управление с пульта. Звук получился очень даже неплохой. Давайте покатаемся, посмотрим и послушаем. А коляна заебался делать этот выхлоп. Почти люто. Mm-hmm.